На этой игре, выпускаемой компанией Activision, заканчивается серия игр, посвященная сражениям гигантских роботов. События игры разворачиваются ранее, чем в предыдущих частях этой трилогии. Однако Mercenaries насыщена дополнениями и изменениями, которые позволяют ей превзойти своих предшественников. Главное отличие — это наложение текстур на роботов и ландшафты, а менее заметные включают улучшенную физическую модель и усовершенствованную систему ночного зрения. Игровые изменения включают нелинейную кампанию, генератор случайных миссий и необходимость управления финансовыми ресурсами. Поскольку вы выступаете в роли наемника, ремонт и установка дополнительного оборудования стоит денег. За этим вам придется внимательно следить. Третья часть игры, MechWarrior, поддерживает сетевой режим. Ну вот...